Полмиллиона за свободу. Именно такой залог заплатил бывший ректор АГИМ Олег Свиридов, обвиняемый в мошенничестве с использованием служебного положения. Срок ареста Олега Свиридова Дзержинский суд ранее определил до конца марта. Однако апелляционная инстанция учла состояние здоровья, положительную характеристику государственной награды экс-ректора и изменила меру пресечения на более гуманную – залог. Напомним, Олега Свиридова задержали 31 декабря по подозрению в махинациях со студенческими стипендиями. По подсчетам следствия, экс-ректор присвоил около 1 миллиона 200 тысяч рублей.